диване с тобой Анатолий Жар-Паркун. И ролик называется «Марийский стиль в бане». Мы находимся с тобой сегодня в Набережных Челнах. Ты увидишь несколько парных, которые сделаны в марийском стиле. С элементами различного дизайна народного. И, естественно, ты познакомишься с мастером, которого зовут Алексей. Бани для души. Ссылка на него снизу. Ну, а этот ролик будет с кучей монтажа, как сегодня принято снимать. Ну и, конечно же, ты узнаешь абсолютно обо всем. Как сделать вот такой светильник и разные прочие другие элементы. А начнем мы с красот. Поехали! Заходим с Алексеем в баню и начинаем его допрашивать. Ты готов? Готов. Пошли. Открывай. Что, как делалось? Давай сразу, что блестит, а то мы спрашиваем. Водяная группа где брал? Водяная группа это Водолей. Ну, клиенты сами покупали уж. Просто я уж смонтировал. Так. Что мне бросилось в глаза, это... Пушка. А приспособа тут вообще интересная. Бак брали. Я не знал, что он с двумя выходами. Ага. И как-то надо раз, было приспособить. Два. Да. Там уже приток воды идет холодный в бак. Чтобы бак наполнять не сверху, а уже снизу. А тут уже придумал пушку Монгола. Просто я ее немножко модернизировал. Когда краник открываем, пушка наполняется. И может на скапывание. Постоянно капать или нет? Можно, можно. Вообще красота. Просто, ну, приоткрыть. А так, и во-вторых, они уже сюда ковшом воду на печку не плескают, и бак всегда чист. То есть ты лежишь на широченном полоке, и печь работает в режиме постоянной парогенерации. Рукой просто достаю и поддаю пар в печь. Класс! Чем баня обработана? Это масла или это воск? Нет, воск. Сауна Вах Текуриловский. Так. Скажи... И стены, и полок я все только обрабатываю им. Скажи, пожалуйста, где ты брал такое роскошное дерево? А это в Ишкар-Оле продают вагонку. У них термо, белый штиль и вот тиснение винтаж называется. Ну, горячее тиснение. Она сроченная, но чтобы вот этих сроченных элементов не видно было, они ее теснят, получается вагонка прекрасная. Залезай повыше, поговорим про светильники. Во-первых, я не видел никогда граненую соль. А это я делаю этот фрезером. Ну, не фрезером, болгаркой сначала, а потом уже фрезерую и все, шлифую. И получается как этот... А он как брашка. Линза, он вогнутый или просто прямоугольничек? Нет, соль, толщина тут 25 миллиметров, просто этот, и тут вот эти Нащельники его держат, да. О как. Там а сверху обычный плафон. Ну, линдер, да, какой-то? Да, да. Так, и лампочка. При этом, обратите внимание, здесь потрачено достаточно дорогой породы дерева много, но... Можжевельник. Один идет так, и чтобы все со всех, вот внимательно слушайте, со всех углов парной
было красиво, без дырок, да, еще все можжевельником и заднее панно сделано. Потому что если ты встанешь в какой-нибудь точке и увидишь пустоты, это будет некрасиво. А именно вот в таком варианте, как бы ты ни смотрел, лежа, стоя, то ты всегда видишь можжевельник. И вот эта вот часть держит вот это панно раз, точка, два, точка и три, точка. Правильно рассказываю? Да, правильно. А вот эти вот нащельники где брал? И все сам же делал? Вагонки делал, все полностью из вагонки. Это термо? Термо, вагонка, да. А на что ты крепил можжевельник? На ПВА, на клей. На клей ПВА. И сколько времени прошло, держит он? Баня уже с ноября месяца. Сейчас, февраль. Они тут моются и все, и мы сами тут мылись. Так. Не отлетает, что импортный клей, что наш российский блюра, который за 277 рублей, одно и то же. Это просто внимательно почитать там, взять два бутыля с клеем и почитать, все одинаково. Состав один и тот же. Как ты делал здесь светильники? А тут солевое панно, в Леруа брал уголок алюминиевый и на него уже крепил соль. И все закрыто уже. Сзади лента? Сзади лента светодиодная. А какой марки? СВГ, Арлайт? СВГ. 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 Что за вытяжка у тебя вот здесь вот? Вытяжка, там идет пластиковая труба. Тут потолок высокий, тут высота потолка большая, мы просто приспускали. А тут идет уже этот гофра алюминиевая, доходит до этого, до клапана. Так, она идет вот у тебя вот так, вот так, вот так, да, вот так. И обратите там внимание. Пластиковый канал, он уже идет вниз. Вот. Здесь сделана отбортовка, положена плитка. Обычные самые светильники леруашные. Да. Ну и вот каким образом сделан висящий полок. А парящий полок я делаю с доски 20x140. А, выдерживает, это уж как. Я уж попрыгал, выдерживает. Да, тут хоть сколько человек. А то люди там бруски делают 70 на 80. Не надо никаких брусков. Одной доски хватает. Так. И что еще тебя спросить? Ой, а из чего вообще, из каких пород дерева? Это термичное? Это термо. Это горячий тоже. Этот, обработка. Это липа? Нет, это все липа. Липа. Это все липа. Полностью все из липа. Полностью липа. Давай животрепещущий вопрос, когда человек смотрит. Хочу также чисто женская баня, порадовать жену, порадовать сноху, любимую дорогую тещу. Сделаю, но будет немножко все по-другому. Я одинаковых бань вообще никому не делаю. А как ты это сделал? То есть... Как сделал? Итак, давайте разбираться. Это кусок дерева, правильно? Это светлый абаш, это термоабаш. Так. Сначала делаю на станке, прогоняю все это, превращаю в рейки. Так. Потом... А станок какой, распускной? У меня универсальный торцовый станок. Он и вдоль пилит, и поперек, короче. Ну, удобный для банщиков, это вообще без него как без рук. И уже потом уже собираю. Сначала просто на полу собираю, это уж лобзиком сделано, потом все фрезерую и уже этот, уже как собираю как панно. То есть вот часть. Это вот все так фрезерованное. Вот... Обязательно фрезерный станок нужен, чтобы это все сделать. Сняты фаски везде, как видите. Еще маленький кусочек. Ух ты. Ага. А тут сзади проходит под ним реечка. Ее не видно, я не могу ее показать. Рейки, да, проходят, они скрепляют вот эти планки все. Тоже липовые рейки, и все это собирается. Все жестко, ничего не сгибается полностью. А сколько времени ушло у тебя сделать вот эту вот всю часть? Вот этот подспинник, так. У меня часа 2-1.5 где-то уходит. Вот с такой красотой? Да, с такой красотой. Шикуешь. А как делались сердечки? Сердечки тут получалось как... С хозяином, короче, этой бани договорились, чтобы супругу он сюда не пускал. И сделали ей подарок. Она сердечко хотела из можжевельника. Я говорю, неинтересно будет. И решил из абаша сделать.
красота. Ну и прежде чем мы переместимся в другую баню, есть еще вопросы. Какая вообще здесь кубатура? Ширина, высота, длина или просто сколько здесь кубов? Так, ширина 2100. Тут у нас, ну, длина 2100, тут ширина 2 метра, высота 2,40. Так, здесь какой камень использован? Тут тоже церицит. Церицит. Да, просто, ну, они, где я беру, его называют кородеево, короче, ну, этот. А это речной уж камень. Грешок, речной камень. Ну ладно, все равно вода идет вниз. Те, кто не знает, одна из самых моих нелюбимых печей, так уж выходит, Русь 12-я или 16-я, нет. Не знаю, они ну, по кубатуре брали, да. Паровая пушка, дальше идет отличный бак теплодара. Дымоход здесь, я его узнаю. Это отличнейший дымоход внутри белая керама, ват керама бланкет, это Иншком центр ВВД. И с точки зрения пожарной безопасности здесь все вообще отлично. Сверху минерит, и там просто металлический профиль. Я вообще потолки не делаю из дерева вообще нигде. Ну ты красавчик, что сказать. Ну что, поехали в другую баню? Поехали. Поехали. Но еще посмотрите, здесь есть отбортовка. И это очень грамотно. Портал печи. Из какого камня? Церицит. Ну, это с Урала, уральский камень уж. А что вот это за кнопка вызова мастера, парильщика? Это не кнопка вызова, это приточный клапан тут. Когда печку топим, то его открываем. Если уж не пользуемся печью, то клапан закрываем, чтобы в доме прохладно не было. А где брал? Что это такое? Это недорогой, как говорится, предмет в Леруа есть. Около 300 рублей стоит. Это же для ванны? Да, клапан для ванн. Для сливы. Быстренько ставь лайк за такой лайфхак. Сейчас мы находимся в предбаннике. Посмотрите, какая красота. Ну... это уже вряд ли ты делал. Это я делал. Это ты делал? Красава. Я, ну, посмотрите, а. Просто хозяйка на стекле сердечко нарисовала. Вот я, чтобы она не рисовала, ей люстру забабахал. Офигеть. Довольна? Да. Мы зашли в дом. Посмотрите, еще какой вариант решения есть. Люстра. Вот такого плана. Ну, тут все. По фэншую. И дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Вот это красота. То есть выходит баня справа, дом слева. Это единое здание, и все оно сделано вот в таком вот едином стиле. Красота. Ух. Тоже твое? Тоже мое. Довольна? Да. Очень. Прям шикарно. Блин. На кухню зайдите еще. На кухню еще зайти? Вау, еще лампа интересная. Слушайте, ну давайте, ребята, напишите в комментариях, что как считаете. О, глаза кайфуют, когда такое снимаешь. Смотрели, как сделана эта баня. Это коммерческая баня, которая была изначально обычной сауной в вагонке. Ее обновили, и вот такая вот шикарная красота вышла. Ну и что, надо, конечно, поспрашивать, что было сделано, что к чему. Тебе слово. Всем привет.
Ну, когда я занялся этой баней, она была подгнившая. Тут все, как говорится, вентиляция пропала, и все тут начало портиться. Вот хозяйка давно мечтала о новой бане. Она видела мое, все смотрела, и, короче, этот решил после Нового года обновить. Всю старую вагонку я убрал, вентиляцию наладил, была вентиляция в том углу, переделал как положено. Сделал вниз, чтобы затягивало снизу, как, ну, как правильно. У них только кто делал, сверху было сделано. Ну вот, сначала бил все вагонкой, потом уж можжевелов, оно... Думал, как лучше сделать, ну, придумал. Рассказывай, как делал? Как человеку своими руками сделать вот такую вот роскошь? Сзади у тебя стоит светильники, правильно? Да, светодиодная лента. Панно вот это сделано что? На фанере. Толщина шестерка. Это водостойкая фанера? Да, или не обычная? Водостойкая, обычная фанера. Она тут сауна, тут сухо, тут такого не произойдет, чтобы ну, ее повело или что, она маленькая. А чтобы не было видно фольги и ленты, я сделал одну хитрость. Сначала смотрел видео у Дениса с парком, ну... Давыдова. Давыдова, да. Все уж, его кто смотрит, тот уж понимает. А я немножко другое решение сделал. Купил кальку, которая раньше была для чертежей, и ее сделал в слой наклеил. Блядь. И получилось матовое панно. А на что ее клеил? На ПВА. ПВА? Так. А, скажи, пожалуйста, объем этой сауны сколько примерно? Или сколько на сколько она? Ну, длина 2,60, ширина 1,75 м, высота 2,200. О как. А, какое дерево использовал? Тут использована вагонка термолипа. Наверху, где клевер, там просто вагонка обычная, штиль белая. Угу. А светодиодная лента какая? Кстати, заметьте, это самая термостойкая, которая... Самая вот термостойкая. Тубусе. Вот я ее взял в Леруа. Так. Не знаю, ну, российская фирма. Блин, где она, коробка-то? Да, ну, короче, российский производитель. Да, Леруашная. Не СВГ. Нет, недорогая. 3000 стоит, грубо говоря. И сколько по времени она работает? Рассчитано по техническим данным на 100 градусов, но не знаю, я вот поставил, посмотрим. А стоит она сколько? Стоит? Ну, тут, что сейчас? Тут она сколько стоит? Тут находится? Находится, только еще это, начала функционировать баня неделю. Неделю? Посмотрим, да, сколько проработает. Ну, панно все съемное, можно спокойно снять все, открутить, поменять ленту. Обратите внимание вот на что, как сделано вот это панно. То есть здесь не просто чурбачки, которые шлифануты, они шлифануты и завальцованы вот так вот. Не знаю, как это видео передает, но вот я даже фонариком свечу. Каждый лепесток выделен. Охренительно. И также завальцовано. То есть вот этот круг, это такие круги не продают из соли. А, это ты сам делал? Это сам. Как делал? Брал сверло с победитовыми напайками, высверлил и потом там уже болгаркой обработал. Охренеть. Ну и фрезернул, чтоб пазик был красивый. Вот. Так. А вот эту вот красоту как делал? А это обычный лобзик берется, потом наждачка и ручками все это вышлифовывается. А какой это древесина? Термо... Это термообаш. Термообаш. Да, оставались куски, я с него сделал. Ну, шклевер, чтоб на удачу. Да, удачно вышло. А что это? Это плитка терракот, судя по всему. Но такого цвета я не видел в номенклатуре терракота. Это замок. Есть он, просто тут он, ну, уже использованный был. Я его просто покрыл сауной лахой, обновил, вот он стал сверкать. Но до этого был покрытый.
То есть это заглаженная, использованная долгое время плитка терракот, которую ты обновил в салон. Да, она вот такая стала. А сколько она по времени тут стоит? Года 4? Года 3-4. 3-4. Да, так, вот эта вещь новая. Была бы вот старая, она вся была бы заюзанная. Вышла очень недорого, хотя вот эти чаши продаются, они дорогие. Что-то походил, посмотрел, купил я в посудоцентре чашу китайского производства за 166 рублей. Цепь в Леруа и собрал. Вот и получилось. Такая вещь. Снизу стоит печь Иншкомцентр ВВД, которая работает с начала открытия, собственно говоря, сауны. Скажи, пожалуйста, а где мы вообще находимся? Как человеку сюда доехать, попариться? Это этот, это в набережной Челнах банька находится. А называется как? Боровецкая улица. За церковью. Боровецкой. Понял. Так что, ребята, кто в Челнах, заходите оценить. Ну да, это не баня, это сауна. То есть здесь температура сауна. Но вот этот вот интерьер прямо как в музее. А, скажи, пожалуйста, плитку меняли? Или она такая же была здесь, да. Она по всей этой бане. То есть здесь также скосы, то есть отливы из плитки сделаны. Слив. Здесь залезаем под полоки, тоже все чики-поки, даже вот смотрите, чтобы все красиво было, когда заходишь в баню, панно начинается вроде там, где его не видно на самом деле, при открытии двери его как раз видно. И здесь парящие полоки. Ну что, красота, это коммерческая баня. Вообще шикардос. Ух. Ох. Друзья, мы хотели сейчас поехать в третью очень интересную баню, но так случилось, что там владельцы немножко приболели уханьской чумкой. Поэтому мы вам сейчас фотографии покажем, что там в Инстаграме, который, кстати, приоттачен снизу. То есть вот такие вот интересные решения там есть. Это факел, вы такого еще точно не видели. А расскажи, пожалуйста, как это сделано? Вот такой вот. Сделано тут корпус из термолипы, из простой липы. Ну и термо... Так, подожди, тут термобаж даже есть и простой обаж. Короче, из разных сортов из дерева. Из разных сортов, да, из обрезков, короче. Что-то идея, как раз же летом Олимпиада была, а у них сыновья, и что-то это мне просто идея пришла факелом. Светильники сделать в виде факелов. Соль. Да, вот как ты вот так вот... Соль это сделал кусочки. И тоже шлифовальной ушемкой прошелся. Да, и машинкой прошелся, и болгаркой прошелся. Сначала болгаркой кусочки нарезал, и потом шлифанул. А как она у тебя держится? Там держится... На что положено? Держится за счет корпуса самого светильника. Внутри обычный плафон. Красота. Давайте посмотрим, что из этого вышло. Это вот вид сверху. Сверху. То есть вот факела, вот это полог. Это потолок. Это зона печная. Ну вообще потолок шикарно. Тут пополам поделенный. Ух. Ух, вот это да. Вот это да. А что за печка там стоит? Сетку вижу, теплодар. Русь. Красота. И еще. Ну, там просто вот хозяев не было на месте. Вы посмотрите, какая красота. Чисто женская такая вот парилка. Вот мы видели, тоже с сердечками. Это прямо потрясающе. Вот. Тут атмосфера стоит. Так. Ох, шик. Ну, прямо, смотрите, как полки сделаны, клево. Ну, слушай, умеешь, могёшь. Марийский стиль рулит. Ну что, пришло практически время попрощаться. А вы все видели.
ну, есть, конечно, вопрос. Сейчас вот вы смотрите видео, о, хочу такую же, хочу такую же. Ты за пределы города выезжаешь? Уезжаю. Выезжаешь. Найти тебя просто, все ссылки на тебя снизу. Ну, а жителям набережных Челнов, ну, вообще повезло, потому что они могут заехать в баню на какой улице? Улица Боровецкая, это, ну, за... внизу Боровецкой церкви, где находится родник. Попариться, ну, в бане ВВД, ну, я думаю, ВВД посмотрят, сделают еще сюда, привезут что-нибудь паровое, чтобы прям баня была, а не сауна горячая, да? И еще они могут сделать следующее. Искупаться. Открыть это окно! Искупаться. И нырнуть! Это, ребята, родник настоящий, который проходит по периметру. И вот сюда нырнуть. Я сам хотел бы, но мне что-то это боязно, потому что я не парился. Но это вообще кайфушки, наверное. Вы представляете, родниковая вода, какая здесь леденище. В общем, все, ролик окончен. Давайте, смотрите Инстаграм, ставьте лайса и пишите комментарии. А тебе спасибо большое. Жирных тебе клиентов, хороших. Вообще, респект, почет и уважуха.